HTTP сервер успешно запущен на порту 49135. Если вы испытываете трудности с получением сообщений из YouTube, вам может помочь авторизация. Сделать это можно в настройках, в разделе «Авторизация». April 28, 2021, 21:51:11. Найдена трансляция, подключаемся к чату. Успешное подключение к YouTube каналу Асикат Замакан 2171 Ауифауэй.
Линдзендо Заквайров, привет. Приветствую. Линдзендо Заквайров, ГТ-3. Не, ГТЕшка. Решил трассу выучить. До этого вообще не катал, как боялся ее. Никак запомнить не могу опасные участки. Зенда Заквайров, утиял фритрек. Ага. Им как-то комфортней. Фрейлик Зенда Заквайров, или как его там? Без него не вижу, куда поворачиваю. Польский еще после дождя. Зенда Заквайров, сзади не ускользит сильно. Сетап дефолтный. Фрейлинг Зенда Заквайров, жесткая подвеска, наверное. Я еще в сетап не лез, только крыло чуть прибавил, потому что хоть немного держало. А так в сетап пока еще не лез, на дефолте. Сначала трассу выучить, а потом что-то крутить думал.
Александр Закваеров. Это правильно. Александр Закваеров. Какому то, чем поучишь? Не так просто. Как сказать, для себя. Сначала на прототипах думал здесь как бы осваивать трассу. А, блин, тут опять проморгал. Но в итоге этот подсказали умные люди. На прототипах тут не ездят. Взял Aston Martin, который уже давно поглядывал. Что ж так скользко-то? Александр Закваеров, тут бы на флаг 6 покатать. Который модовый. Я помню, на нем вообще страдал. Там передачу не вовремя скинешь, сразу улетает. Александр Закваеров. Ага. Это вообще для хардкорщиков машина. Охота без машин там никуда и не попадешь особо, пока все не купишь. Только казалось бы купил нужные машины, как сразу новые повыходили. Подстава. О, блин. А специально как будто палит. Ага. Все купил, надо новый делать. Александр Закваеров. Ладно, пойду в Детройт играть. Хорошо, удачи.
из-за поворота. Еще минуту 3 надо снять.
место такое.
Питер Вагапов, ложись спать. Привет, брат. Я последний круг еду. Я вымотался здесь. Трасса подсохнет, а нифига. Один 2% за круг. Проклятое место.